То, что происходит в Минске, что происходит по всей Беларуси, да, визит Александра Григорьевича в Сочи, все-таки железный занавес опускается, как вы считаете? Над кем? Над Александром Григорьевичем? Да. Ну, конечно, как это. Над всей Испанией безоблачное небо. Понятное дело, что его загоняют. И его загоняют конкретно в изоляцию. Вот. Вот я хотел задать вопрос вот именно так. Это как вы считаете, извините, это спецоперация была России загнать Александра Григорьевича? Да. Вся история похоже, с самолетом. Да. Похоже, да. Похоже, да, потому что Александр Григорьевич, по-моему, да, сильно долго брыкался, делал вид, что он такой самостоятельный и так далее. И поэтому, конечно же, Путину очень хотелось его там не торопясь загнать, так сказать, под лавку. И учитывая, он зная все слабости Александра Григорьевича, вот, он это как бы вот сейчас довольно успешно делает. Для чего Александру Григорьевичу было снимать кого-то с самолета, так, если по-хорошему подумать, да, вообще непонятно. Ну, президент, ты же президент страны. Ну, ты же что-то не понимал, какой будет скандал, понимал. Для чего ты это делал? Ну, позвони Александру Григорьевичу, скажи, там летит мальчик, которого ты ненавидишь. Ну, давай там. Ну, как-то так, наверное, это было. Не знаю, тут фантазировать на эту тему бесполезно. Ну вот, и бессмысленно. Ну просто что, конечно же, я думаю, что без России здесь не обошлось.